Всем привет! Большое спасибо подписчикам. Цель этого видео – повышение культуры энергопотребления в сфере возобновляемых источников энергии и разрушение мифов об эффективности огромных единичных источников энергии и целесообразности их применения. Отчасти это видео носит небольшой рекламный характер, об этом мы предупреждаем вас заранее. Первое заблуждение, с которым мы постоянно сталкиваемся, это определение источника электроэнергии по мощности самого энергоемкого потребителя или суммарной нагрузки. И это основное заблуждение. Если вы используете суммарную нагрузку в размере 5 кВт, основное пожелание – приобрести источник электроэнергии такой же мощности. Однако стоимость этого устройства, источника электроэнергии, как вы можете догадаться, в 50 раз выше, чем источник мощностью 100 Вт. Почему 100 Вт? Об этом вы узнаете дальше. Предположим, что человек потребляет еды, сколько обычно, и может в течение 8 часов генерировать среднюю мощность около 75 Вт. Количество затраченной энергии в этом случае может быть определено как эквивалент электроэнергии в размере 0,60 кВт-часа в сутки. В месяц 18 кВт-часов, то есть стоимость физической работы, генерируемой одним человеком в течение месяца, равна 72 рублям при стоимости электроэнергии 4 рубля за кВт-час. В реальности потребление внешней энергии современным человеком для жизнедеятельности в сутки в среднем составляет 2,5 кВт-часа. Речь идет именно о потреблении внешней энергии, не генерируемым самим человеком. Это только бытовые нужды. То есть на каждого человека в течение дня дополнительно по дому работают 4 энергетических раба в полную силу. Больше половины этой энергии приходится на приготовление пищи, порядка 60%, освещение 15%, на хранение заморозку около 8%, стирка 5% и подача воды около 1%. Для сравнения, 1 литр бензина – это 10 кВт-часов тепловой энергии или 2 кВт-часа механической. То есть в бензиновом эквиваленте стоимость физической работы, выполняемой человеком в течение месяца, оценивается в 360 рублей при стоимости 1 литра – 40 рублей. Итак, при сегодняшнем образе жизни потребности одного западного человека обслуживают около 100 энергетических рабов. Для покрытия бытовой потребности человека в электроэнергии в течение суток достаточно источника электроэнергии мощностью 100 Вт, работающего все 24 часа. Естественно, что при подключении к сети мощных бытовых приборов, которые не работают длительное время, требуется дополнительная энергия, которая должна быть аккумулирована от этого энергоисточника. Размер аккумуляции энергии зависит от характера нагрузки, который планируется подключать. И если это нагревательный прибор мощностью 3 кВт, работающий в течение получаса, допустим, это кухонная плита, то преобразователи, соответственно, накопители энергии должны позволять в течение этого времени выдать такую энергию. Более благоразумная перспектива правильно выглядит вариант установки большого количества энергоустановок, связанных в единую сеть. Причем эта сеть децентрализованная и не принадлежит одному из участников энергорынка, монополисту, который при желании может увеличить оброк в виде тарифов. Эта энергосеть создается самими пользователями сети. Например, вы объединяетесь с соседями по участкам, у которых находятся ветряки или солнечные панели, в единую сеть, где у каждого есть приборы учета потребленной выработанной энергии. Тем самым вы создаете распределенную нагрузку и суммируете мощность. И в этом случае вам потребуется меньше аккумуляторов на одно хозяйство, а может и вообще не потребуется, если источник энергии работает все 24 часа в сутки. Это актуально в случае применения гидроресурсов или ветряков на побережьях или в горах. Конечно, общий энергозапас должен быть, потому что потребление по времени является неравномерным и могут возникнуть пики энергопотребления. Но здесь вопрос в согласовании свойствах нагрузки самой сети. Энергетические общины уже начинают развиваться в Европе, Японии, Америке. Идем дальше.
Теперь рассмотрим человека как источник электроэнергии и введем такое понятие, как удельная мощность. В среднем человек генерирует, как мы узнали раньше, 75 Вт полезной энергии. При аналогичной массе, то есть 75 кг, мы имеем среднее соотношение 1 Вт на 1 кг источника энергии. В данном случае это человек. Повторюсь, в данном случае речь идет о генерации энергии, необходимой в процессе жизнедеятельности человека. То есть это 20% от энергии, которая тратится на поддержание жизнедеятельности человека. Удельная мощность танка 20 Вт на килограмм, КАМАЗа 15 Вт на килограмм, автомобиля легкового от 50 до 100 Вт на килограмм, у спортивных выше. Но это информация для информации. Теперь переходим к бензогенераторам, как к одним из распространенных источников электроэнергии. Их удельная мощность от 50 до 80 Вт на килограмм веса всей конструкции, не считая бензина. Подчеркнем, основная особенность этих устройств в том, что у них есть возможность регулирования подачи энергоносителей и, следовательно, возможность их накопления. Следующая важная особенность – они не окупаются. Ну, о двигателях внутреннего сгорания и бензогенераторах у нас народ знает все. Все с удовольствием носят или возят бензогенераторы, заправляют их и только потом удивляются дороговизне топлива и стоимости киловатт-час. Теперь плавно и верно переходим к основной теме нашего месседжа. Внимание! Гигантские сооружения в сфере возобновляемой энергетики менее рентабельны, чем установки небольшой мощности. Гигантомания вышла из области потребления углеводородных энергоносителей с возможностью регулирования расхода самого энергоносителя и, следовательно, энергопотока. То есть, когда у вас появляется такая возможность, вы можете маневрировать мощностью по вашему желанию или желанию автоматики. Но как только вы находитесь в условиях невозможности регулирования расхода энергоносителя, у вас возникает проблема с эффективностью самих устройств. Для возобновляемой энергетики очень важно изготавливать оборудование, исходя из специфики определенных регионов. По одной простой причине, что эффективность устройства, разработанного для средних параметров, очень сильно снижается в неноминальном режиме работы этого устройства. При этом очень эффективная и ответственная область – это ветроэнергетика, где нестабильные потоки очень сильно влияют на эффективность выработки электроэнергии. Поэтому очень здесь важно знать среднегодовую скорость ветра в предполагаемом месте установки и частоту повторений. Подчеркиваю, именно в предполагаемом месте, а не на статистике метеостанции. Для этого необходимо провести длительные регулярные замеры. Однако, как часто принято у нас в традициях, купим стандартный ветряк с максимальной мощностью 400-600 Вт при скорости ветра 13 метров в секунду, при номинальной скорости ветра 13 метров в секунду и его работы. И потом говорим, что это Г не выдает ту мощность по причине того, что вы поставили его в районе со среднегодовой скоростью ветра 3-5 метров в секунду. Среднегодовой скорости ветра в регионах очень актуальна для установки ветрогенераторов, и, следовательно, необходимо проектирование и изготовление ветрогенератора для этих параметров. Для каждого случая конкретно, в связи с этим, для поклонников ветрогенерации мы готовы оказать содействие в верном подборе основных параметров ветрогенераторов, а именно диаметра турбины и основных размеров генератора на постоянных магнитах, его длины, диаметра активной части. Если вы любите собирать самостоятельные генераторы, при наличии железа присылайте ваши размеры генератора с указанием среднегодовой скорости ветра в вашем регионе, месте установки. Мы подскажем вам, какую максимальную мощность вы сможете от него получить и при каком диаметре рабочего винта. Так, мы немного отклонились от темы. Почему гигантские сооружения в сфере возобновляемой энергетики менее рентабельны, чем установки небольшой мощности? Малые ветроэнергетические установки могут достигать 200 Вт на килограмм массы при скорости ветра 13 метров в секунду и 350 Вт на килограмм при скорости 25 метров в секунду. Как вы видите, эти показатели выше даже, чем у бензогенераторов. Однако эти показатели недостижимы для огромных установок. Для примера, турбина компании Enercon 7,5 мегаватт. Генератор с прямым приводом, без коробок передач,
точнее без мультипликатора. Удельная номинальная мощность 10,5 Вт на килограмм. Здесь не учтен вес башни и фундамента. Это необходимо для равенства сравнения с малыми установками. С весом башни и фундамента удельная мощность составит 1,24 Вт на килограмм. Ну а теперь внимание. Ветрогенератор весом 700 грамм может иметь удельные показатели в 30 раз на единицу веса, превышающие показатели установки вышеприведенной компании Nercon при номинальных одинаковых скоростях ветра 16,5 метров в секунду. Даже китайские ветряки на этих скоростях покажут более высокие удельные показатели. Это вы можете подсчитать самостоятельно. В любой литературе вы найдете доказательства того, что при высоких оборотах вращения размер генератора уменьшается при сохранении тех же самых удельных электромагнитных нагрузок. Я подчеркиваю, удельных электромагнитных нагрузок. Как известно, быстроходность определенного типа турбины – показатель стабильная, а скорость вращения увеличивается с уменьшением диаметра турбины, обратно пропорционально. И наоборот, при увеличении размеров диаметра турбины мощность растет, но при этом падают обороты турбины и генератора. То есть увеличение мощности должно компенсироваться кратным увеличением момента вращения лопасти. Момент растет, но не линейно, а в кубической зависимости от диаметра. А поскольку генератор прямоприводный, мы говорим о ветряках компании Nercon, то он должен компенсировать увеличение момента увеличением своих размеров. А это выражается в увеличении размеров и массы генератора. Это все доказывается расчетами и практической реализацией. Применение коробок передач или иначе мультипликаторов в практике изготовления высокомощных турбин не доказало свою эффективность. Весовые характеристики особенно не изменяются. Удельные показатели могут вырасти в два раза, но при этом увеличивается и стоимость самой энергоустановки, поскольку стоимость мультипликатора, а это прецизионное устройство, требующее дорогих материалов и точности изготовления, частого обслуживания, увеличивается порой не в два раза. В традиционной энергетике этот недостаток компенсируется увеличением расхода энергоносителя, а именно топлива, пара или увеличением расхода воды через регулируемые водоводы и, следовательно, увеличением оборотов и их момента, чего от альтернативных, неаккумулируемых возобновляемых источников получить нельзя. Аналогичная ситуация и в гидроэнергетике. Возьмем Саяно-Шушунскую ГЭС. Мощность одной турбины из 10 составляет 640 мегаватт, масса турбины 1440 тонн, масса генератора 1840 тонн. Удельная мощность, исходя из этих параметров, составляет 195 ватт на килограмм. Кажется, идеальная без веса 0,1 плотины. Однако, если учесть ее массу, получаем 0,35 ватт на килограмм. Здесь, конечно, вопрос спорный, учитывать вес плотины или нет. Мы считаем, что нужно. Во-первых, она была построена и имеет искусственное происхождение. Понесены материальные затраты. Во-вторых, аккумулирование энергии и регулирование сброса в больших объемах невозможно без плотины. Кстати, дополнительная информация о высоком КПД гигантских гидроэлектростанций. Саяно-Шушенская ГЭС – это 10 турбин, 10 водоводов, 10 генераторов. Турбина радиально-осевая, расход воды через турбину 358 кубических метров в секунду. Если учесть максимально возможный расход при свободном истечении воды по существующему водоводу при нормальном подпорном уровне, это 194 метра, то получим расчетную скорость на выходе этого водовода 61 метр в секунду. Тогда максимальный расход может составить 2710 кубических метров в секунду. Расхождение от рабочего расхода составляет 7,5 раз. Другими словами, через один водовод можно получить 5 гигаватт мощности при прямом сбросе. Но, как всем известно, КПД турбины Саяно-Шушенской составляет 95% при номинальной мощности 640 мегаватт с максимальным расходом 358 кубических метров в секунду. Однако получается, что далеко не вся полная энергия используется в данных конструкциях подачи воды в турбины.
большая их часть все-таки сохраняется в водоводе в виде потенциальной энергии. Да, турбины после проведенных испытаний выдали такую максимальную мощность, но согласитесь, более важен другой показатель – это выработка энергии относительно максимально возможной. Другой факт. Среднегодовой расход воды в створе плотины Саяно-Шушенской ГЭС составляет 1500 кубометров в секунду. Если учитывать перепад 194 метра, это нормальный подпорный уровень, то имеем мощность в створе плотины 2,8 гигаватта, что составляет только 43% от номинальной мощности. По факту, в 2016 году, самый продуктивный год, выработано 27 миллиардов киловатт-часов, что эквивалентно средней генерации мощности в 3 гигаватта. Это составляет 46% от максимально возможной выработки номинальных параметров станции. Другими словами, оборудование работает лишь наполовину своей номинальной мощности. Аналогичная ситуация с Красноярской ГЭС по притоку, а вот с фактической выработкой еще хуже. 25% от номинала, и это в 2009 году. В трагический год, когда произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Пока основные производители гидрокинетических станций в Германии имеют следующие показатели. Как отмечалось выше, это эффективнее напорных ГЭС. Мы пока не можем сравниться с этими компаниями по финансированию и представительности, но можем похвастаться удельной мощностью установки 100 Кв. 35 Вт на 1 кг массы установки при скорости потока 2 метра в секунду. Теперь немного о сроках окупаемости. В сравнении с традиционными источниками энергии на базе углеводородного топлива. Средняя стоимость 1 кВт-часа бензогенератора 30 рублей. Бензогенератор не окупается вообще. Если за основу стоимости электроэнергии брать стоимость 1 кВт-часа бензогенератора, то окупаемость Саяно-Шушенской ГЭС составит 1 год. Если учесть, что удельные капиталовложения при строительстве ГЭС составили $2000 на 1 кВт установленной мощности. Солнечная станция мощностью 100 Вт с контроллером и аккумулятором на 55 ампер-часов за 5 лет окупится. Ветрогенератор 400 Вт китайский с контроллером и аккумулятором на 50 ампер-часов при среднегодовой скорости ветра 7 метров в секунду за 7 лет. Наша микрогэс 100 Вт 200 при половине мощности от номинальной, то есть 100 Вт. Естественно, без аккумулятора за 300 дней непрерывной работы. Так, итак, основные выводы этого видео. Первое. Мы стали очень расточительными при использовании углеводородного топлива. Второе. Запросы людей на получение и использование мощных энергоисточников электроэнергии на базе возобновляемых источников неоправданно завышены. Третье. Современного человека в городских условиях обслуживает около сотни энергетических рабов с эквивалентной мощностью, как и у него самого. Четвертое. Малые ветрогенераторы и микрогресс имеют более высокие удельные энергетические показатели, чем мега- или гигаваттные традиционные установки. Установка огромных энергоустановок целесообразна для крупных компаний, которые собирают дань в форме тарифов на электроэнергию с населения. Пятое. Целесообразно создание автономных электрогенерирующих домохозяйств, энергетических коммун, объединенных в одной сети для сокращения затрат на аккумулирование энергии за счет компенсации разрозненных пиков нагрузки более высокой суммарной мощностью сети. Шестое. Необходим индивидуальный подход к проектированию и изготовлению ветрогенераторов и микрогэс для получения высокой энергоотдачи от возобновляемых источников с нерегулируемым расходом. И мы готовы вам в этом помочь. Спасибо за внимание. До свидания.